Ставь лайк за 2 секунды, если ты любишь смотреть видосики на Ютубе. Считаю. Раз, два. Привет, ребята, меня зовут Алексис. У нас сегодня крутая подборка. Первая игра Drill and Collect. Go to Escalator, да? Вау. Чего себе? Это мы пробуриваем все. Пылесос? Прикольно. Это кирпички, которые мы с вами заполучили. А мы их продаем, зарабатываем деньги. Поняли, да? И сейчас прокачаем, наверное, наш экскаватор, да? Поехали. А, максимальная длина. То есть нам это все нужно дело прокачать. Нужно, наверное, больше денег просто. Да, вот, вот наша прокачка, ребята. Мы немножечко все прокачали, и сейчас получается, что мы прокачали длину, добавили еще зубило. Прикольно. Мне нравится эта игра. Ох, теперь много камней будет. И золото у нас здесь, короче, и все, что только хочешь. Все у нас здесь, ребятки, есть. Вот такая была, в принципе, первая игра. Очень прикольная, я обязательно еще в нее поиграю. Следующая игра Kick My Body. И нам как-то нужно его бить. Ауч! Что? Жесть. Смотрите, что с этим чуваком. Еще его в тиски сюда вот. Бум. Бум. Все, он готов. Могли нарисовать. Так, мы можем его вот так вот просто пулять в него что-то. И он тоже погибает, ребят. Все, видите? Он возрождается постоянно. Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите. Напишите в комментариях, кто это. Напишите, пожалуйста, если вы знаете. Бум. Бум. А кого еще можно сюда поставить? Так, я не знаю, что это за чувак, но что это за клоун, я тоже, в принципе, знаю. Хорошо, ребят, ну такая себе игра, такая себе, да. Следующая игра, пускай будет Balls and Ropes. Очень залипательная игрушечка, поехали. Так, x10. Воу. Ничего себе, сколько здесь шариков. Нам нужно 4000. Ну, 4200, можно сказать, чтобы открыть этот замок. Так. Ускорить процесс. Процесс падения этих шаров. Ребят, пожалуйста, если вы еще не подписались на мой канал, обязательно подписывайтесь и ставьте лайк. Я буду вам очень сильно за это благодарен. Так, x4. x2. Опа, и еще x3. Просто гора шаров сыпется, друзья. -10 нам не нужно.
очень, друзья, прикольная, залипательная игра, но давайте будем открывать другую, Мёрч Варс KBD. Так, ну, поехали. Ну, понятное дело, что в первом уровне мы с вами, в принципе, побеждаем, без проблем. Так. Отлично. Наш скибиди прокачан. Окей, прокачаем еще второго скибиди. Так, раз, два. Раз, раз. Вот такая вот у нас будет армия сейчас. Мега мощная. Так, хорошо. Раз прокачка. Два прокачка. Раз, два, три. Так, и вот так вот мы еще купим. Знаете, для массовки, чтобы их побольше было. Так, еще одного. Оу! Мы проиграли? Серьезно? Давай попробуем тогда еще раз. Мы сейчас немножечко подкупим бойцов. Так, во-первых, тут у нас 1000 есть. Халявная, да? А, только 1000. Так, окей. Покупаем лучника. Сейчас мы его прокачаем. Отлично. У нас лучник прокачан. И для массовочки еще покупаем одного вот этого паренька. Поехали. У нас крутой лучник. Интересно, он вытащит? Ой-ой-ой-ой-ой. К сожалению, нужно было просто смотреть рекламу. Хорошо, Грима Эволюшн. Ну что ж, поехали. Нам нужно кушать улиток. О, и мы превратились в милкшейк. Сейчас мы есть можем только его. Так, третий уровень. Нужно быть очень аккуратными. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, как много здесь нас раз ударили. И, в принципе, пока что все. Так, у нас скоро должна быть, друзья, эволюция. Вау, класс. Смотрите, какой мы прикольный монстр. Милкшейк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как их много здесь! Этих монстров! Все, мы проиграли. Мы проиграли. Так, ну мы, в принципе, заработали с вами немножечко денег. Посмотреть ролик, чтобы начать 4 уровня. А, то есть мы постоянно будем начинать с 1 уровня, да? Не, ну не хочу я постоянно с 1 начинать. Конечно же. Ну вот мы уже с вами, смотрите, мы уже 3 уровня почти что. Все, я уже 3 уровня. Так, стоп, погоди. Просто за секунду, да, прокачались. Что делать, когда вот такая громадная толпа летит на вас? Ребят, как здесь выжить? Как здесь выжить? Вот в такой громадной толпе. Все, мы проиграли. Hoping Head. Следующая игра. Это у нас Веном, да? Мы собрали все монетки, которые здесь были. X3. Поехали. Oh,
Раз, два. О, отлично. Напишите в комментариях, что это за голова. Из какого сериала? Подсказка, друзья. Из сериала. Игра в... креветку, да? Если не игра в креветку, если вы знаете правильное название, напишите в комментариях, потому что это игра не в креветку, это игра в что-то другое, в какое-то другое морское животное. Так, хорошо, пройдем еще один уровень. Оу, оу, неплохо. Ну, почти что все монетки собрали. X2. Save Garden Bun Bun. Нам нужно спасти этого парня. Ой, сейчас лед этот будет таять потихоньку, да? Ну, я думаю, что они до меня не доберутся. Так. Здесь есть небольшое отверстие. Так. Пирамида. Разрушат они эту пирамиду или нет? О, я думал, что я свалюсь в пропасть. Так, хорошо, здесь лава, здесь вода. Нужно как-то его зацепить, чтобы он не свалился в лаву. Давай, 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 давай. Фуф. Снова пирамидка. О, нет. Здесь нужно, наверное, кольцо просто все-таки. В смысле? А, понял. Понял, 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 понял. А, вот так. А вот так мы с вами выиграли. Последняя игра на сегодня — это Tom Friends. И сегодня у нас у кого-то день рождения. Ура! Ставь лайк, если ты любишь дни рождения. Свои, либо чужие. Ой-ой-ой-ой-ой, как все хотят пи-пи. И ты тоже хочешь пи-пи. Хорошо. Так, ты пока ничего не хочешь. Ты хочешь кушать. Ну, давай, покушаем. У нас же день рождения, поэтому еды у нас много. На, еще кусочек пиццы. Ну и, конечно же, заесть нужно сладеньким. Все. Отлично. Так, давай-ка. Начинай здесь уборку какую-то. Так, эти еще какулюют. Можно ускорить процесс. Так, давай. Твоя очередь. Играйся с мишкой. Так. На тебе перчика. Перчика и перчика. А, вкуснотень. Ну и желейку закуси. Отлично, ребятки. Вот такая была, в принципе, игра. Вот такое вот было видео. Кому оно понравилось, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Алексис. Я желаю всем удачи и пока.